Доступная версия детских смарт-часов Иллери в ярком защищенном корпусе. В этот раз распакуем детские умные часы Иллери Kid Phone Fresh. Эта модель доступна в трех ярких цветах. У нас в руках версия в зеленом цвете. В комплекте кабель микро-USB для зарядки, медиатор для извлечения лотка для сим-карты и документация. Теперь о самих часах. Они выполнены в пластиковом корпусе, который не боится грязи и воды, так как защищен по стандарту IP67. Экран IPS с диагональю 1,3 дюйма и разрешением 240 на 240 пикселей. Над экраном камера с разрешением 3 мегапикселя для фотографий. На правом боку физическая кнопка для управления. На нижнем торце слот для сим-карты. Его можно извлечь только с помощью комплектного медиатора. Сверху окошко динамика. Снизу на корпусе порт для зарядки. Он прикрыт заглушкой. Ремешок силиконовый, съемный. Тут используется стандартное крепление, а значит, вы всегда сможете заменить ремешок на другой. В самих часах присутствуют такие функции, как адресная книга для быстрого вызова избранных контактов, простенькие игры и шагомер. Настройка и контроль над часами осуществляется со смартфона с установленным фирменным приложением Иллери. Родитель может отслеживать местоположение часов, делать фотографии с камеры часов, отправлять голосовые сообщения, отслеживать физическую активность и выполнять другие операции. Обратите внимание, что данные часы поддерживают исключительно сети 2G, а значит, они не поддерживают видеозвонки и не имеют голосового помощника, в отличие от старших моделей Иллери. Что касается других беспроводных модулей, в устройстве есть GPS, GLONASS и однодиапазонный Wi-Fi. Под конец отметим автономность. От встроенного аккумулятора емкостью 480 мАч часы проработают до 3 дней в режиме ожидания или до суток в обычном режиме. Если по часам только разговаривать, то аккумулятора хватит всего на 3 часа общения.